К другим новостям. Вчера у входа в Чувашскую сельхозакадемию прошел митинг. Часть студентов протестовали против назначения нового ректора. Напомним, что 12 декабря исполняющий обязанности министра сельского хозяйства России своим приказом уволил прежнего ректора вуза Николая Васильева и назначил на эту должность экс-главу ЦИКа Чувашии Людмилу Линик. Около 100 студентов и преподавателей вышли на площадь перед академией, чтобы высказать свою точку зрения по поводу смены руководства. Мы не согласны с тем, что произошло, и хотим хоть как-то на это повлиять. Несправедливо, то, что уволили ректора Николая Ивановича. Перед входом был организован сбор подписей под обращением в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева. Студенты просили обратить внимание на ситуацию в сельхозакадемии, сложившуюся в связи со сменой ректора. В то же время в здании вуза проходило собрание коллектива. Журналистов туда не пустили. Не надо никакой перемены.